Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Пришла новая посылочка от великолепнейшего мастера Зумруд Гаджиамаровны. И давайте ее вместе с вами посмотрим. Кто просил, кто спрашивал. Так, подождите, а то опять забуду. Вот в прошлых два видео забыла. Значит, пришли гривны. Вот это самая большая. Она идет 48 сантиметров. Вот смотрите, насколько больше. Вот есть маленькие на 42, на 44, 45. И самая большая 48 сантиметров плюс 6 сантиметров цепочка и карабин. Вот таким образом. Смотрите, вот так это все. Вот. Вес 22 грамма. Это все серебро. Стоимость 5500 рублей. Так, есть, по-моему, вот две пришли рифленые и все остальные гладенькие. Вот кто спрашивал, все, пожалуйста, вот они, две рифленые. Покажу поближе, не будем на этом заострять внимание. Так, я просто забуду, вы знаете, второе видео и... Так, а вот теперь давайте смотреть то, что пришло от Зумруд Гаджиамаровны. Так, и так плохо, и так плохо, так... Наверное, вот так. Или уже нет. Чтоб не... Вот так. Давайте попробуем. То искажает цвет очень сильно. Значит, розовый опал и хризопраз луницы. Стоимость этой луницы 5000. Значит, здесь аметист и плисовый малахит. Стоимость с плисовым малахитом, вот смотрите, вот таким вот образом он переливается, шелковый весь. Значит, стоимость этого подвеса 4500 рублей. Так, пришла хамса или длань. Или тоже вот оберег, пожалуйста. Все, пожалуйста. Так, смотрите, какие камни. Опал и гранат. Так, сейчас покажу. Так, опал смотрим. И так, это точно гранат. Точно. Точно гранат, точно опал и гранат. Ага, все порушилось, все ушло. Так, с опалом хамса стоит 5000, хромдиопсид с турмалином стоит 5000 и хризопраз с турмалином стоит 5500 рублей. 5500 рублей. Вот такая красота. Вот. Солнышко зашло, и вы знаете, вот сейчас можно и все и показать. Вот. Так. Следующее. Вот такие роскошнейшие серьги с гранатами и аквамаринами. Шикарные прозрачные аквамарины. Смотрите, вот они с радужкой, с игрой и просто великолепные камни, шикарные капли. Так, 5,5 сантиметра от места прокола. Вот и солнышко к нам вышло. Но солнышко у нас какое-то такое-то, оно не напрямую светит, а как вот из-за тучки. Так, занижение штифта 3 мм на любой прокол и на любую мочку. Серьги, конечно, безумно стильные. Вот к ним и прям вот просится вот это кольцо прям в комплект. И
Чистота камня очень хорошая, очень. Так, стоимость сережечек 13 тысяч рублей. Кольцо вес одной серьги 10,6 грамма. Кольцо, вес кольца 25,8 грамма. Точно в таком оформлении. Стоимость колечка 18 тысяч рублей. Значит, вот чтобы не было вопросов по аквамаринам, вот смотрите, вот такого качества камень вот стоит столько, вот сколько я сказала. Буду показывать еще вот такие камни. Давайте вот так покажу, чтобы было понятно. Значит, вот это кольцо стоит 18 тысяч, вот смотрите. А вот это колечко стоит 10 тысяч рублей. Все, пожалуйста, на любой карман и на любой кошелек. Смотрите, вот это стоит 10 тысяч. И вот здесь тоже колечко стоит 10 тысяч рублей. Так, это я показала вам. А это колечко вот с таким камнем стоит 18 тысяч. И тут, ну, как бы ничего не попишешь. Так. И вот исходя из этого, будем с вами уже и смотреть дальше. Так, смотрите, вот такие серьги. Давно не было роскошнейших камней. Высоченные. Вот так. Значит, все камни абсолютно с радугой. С радужными переливами, высокие космические вот такие камни. Вес одной серьги 8,65 грамма. Стоимость сережечек 14 тысяч рублей. Кольцо точно идет к серьгам. Пожалуйста, я понимаю, что деньги получаются очень немаленькие, значит, рассрочка действует. И можно купить отдельно. Смотрите, качество камня. Вот так. Так, кольцо. Так, предыдущее кольцо не сказала размер. Размер 19. Это предыдущего кольца дорогого. Так, а это колечко у нас размер. Как бы не 20, не могу. Так, показывает 19,5, но реально колечко 20 размера. Это вот по моим ощущениям. Вот такое шикарное кольцо. Его вес 22,7 грамма. Стоимость его 18 тысяч рублей. Так. Вот такой набор у меня есть. Вы знаете, вот пришли вообще от разных мастеров. Серьги пришли от Зумруд Гаджиамаровны, кольцо от мастера Романа. Но вместе, вы знаете, вот прям комплект вот такой собрался. И стиль, и прям так, стоимость. Родонит серьги 7,48 грамма одна серьга 6000 рублей. Кольцо стоит 6500. Посмотрите, занижение штифта 3 миллиметра на любой прокол и на любую мочку. Колечко 19 размера. Стоимость его 6500 рублей. Далее хочу все-таки показать вам при естественном освещении вот это все. Ну, там посмотрим. Если не получится, значит, включу прожекторы свои. Так, вот такие космические серьги. Это хризопал и янтарь. Их вес 9,94 грамма весит одна серьга. Занижение штифта 5 миллиметров на любой прокол. И на любую мочку. Стоимость 9000 рублей. Красавцы. Так, еще
Вот такие шикарные серьги. Вы знаете, вот при таком освещении наименьше, по крайней мере, вот меньше всего идет искажение цвета минералов. Значит, занижение штифта 3 миллиметра на мелкую и среднюю мочку ушка. Длина этих сережечек. Сейчас, минуточку, простите, ради бога, длину не зафиксировала. 7 сантиметров от места прокола. Серьги элегантнейшие. Так, это турмалины, рубелиты и хризопал. 10 грамм вес одной серьги, стоимость 10 тысяч рублей. Вот такие космические серьги. Просто космос. Стиль вот супер-супер. Колечко, ну, наверное, не очень сюда, хотя, вот я же говорю, можно вместе, можно отдельно. Так, что-то, по-моему, у нас совсем темно стало. Так, давайте, наверное, продолжим под прожекторами. Бомбические серьги. Стиль просто сказочный. Занижение штифта 3 мм на любой прокол и на любую мочку. Серьги не длинные. Так, получается 4 сантиметра от места прокола. Стоимость этих сережечек 10 тысяч рублей. Их вес 8,61 грамма. Так, колечко показываю вообще отдельно, 19 размера. Вот такая красота. Стоимость колечка 12 тысяч рублей. Вес колечка не помню, честно скажу. Ну, давайте по запросу, если будет нужно, я его буду взвешивать. Так, вот этой фантастики у меня есть три разных набора. Цена одна и та же. Отличаются они только оформлением. Смотрите. Значит, серьги стоят 25 тысяч рублей. Колечко стоит 13 тысяч. Фантастические опалы. Просто бомбовые. Вот разложила так вот, чтобы ну, по наборам. Естественно, есть рассрочка. Естественно. Ну, цена, конечно, я все понимаю, но вы все видите вот перед собой. Значит, еще раз покажу. Вот, ой, не то сделала, простите, пожалуйста. Вот такие три набора. Давайте так, по запросу буду конкретно работать с каждым набором. Они есть, все, пожалуйста. Так. Эти вещи тоже пришли отдельно. Вот такие бомбические, просто бомбические разноцветные серьги. Это арбузнички. Вокруг, посмотрите, вокруг рубелиты и внутри вот такие дровиты фантастические. Вес одной серьги 15 грамм. Длина серьги 8 сантиметров. Ширина вот в самом широком месте 3,5 сантиметра. Уж простите меня, пожалуйста, те, кому не интересно, но мне кажется, вот камни
такие, что вот, наверное, вот стоит подробно вот на них остановиться. Чистейшие радужные капли внизу. Красота просто фантастическая, вот невероятнейшая. Хотя, вы знаете, наверное, вот, но это совсем прям вот так вот, наверное, можно, допустим, вот так отдельно серьги, а капли отдельно. Короче говоря, вот что сделала Зумруд Гаджамаровна, мы не будем критиковать, боже упаси. Стоимость этой фантастики 25 тысяч рублей. Так, а правильно я сказала? Нет, неправильно. 20 тысяч. Господи, нет, нет, ребят, нет, все правильно. Простите меня, пожалуйста. 25 тысяч стоимость этой сказки. Серьги бомбические. Не туда глянула, тут и 20, и 25, и все до кучи. 25 тысяч стоимость этих серёг. Далее. Вот такой комплект. Простите, пожалуйста, что путаюсь в ценах. Это все только что пришло. И вот написано много у меня тут на бумажечке, конечно. Так, что вот это такое? Белый нефрит и монгольская бирюза. Вот такой шедевр создала наша замечательная мастерица. 12,5 грамм вес одной серьги. Стоимость серег 12 тысяч рублей. Подвес 9,7 грамма. Стоимость подвеса 5 тысяч рублей. Показываю высоту камней, чтобы вы представляли вот такие подушечки. Занижение штифта 3 миллиметра. Ну вот, сказка, конечно. Вот так. Все фото и видео по запросу. Контакты находятся под видео. И дублирую еще и в комментариях для тех, кто, ну, скажем, ну, не очень вот с интернетом, с Ютубом. Так, вот эти вещи тоже пришли от разных мастеров. Серьги пришли от Зумруд Гаджиамаровны. Смотрите, черная шпинель и вот такие фантастические аквамарины. Игра, конечно, безумная. Длина одной серьги 4,8 сантиметра. Вес серьги 11,8 грамма. Стоимость сережек 20 тысяч рублей. К серьгам подобрала кольцо. Пришло от другого мастера. Но, вы знаете, вот по камню, по чистоте, по игре. Вот четко, вы знаете, такое ощущение, как будто делал один и тот же мастер. Вот вживую они прямо вот смотрятся комплектом. Серьги стоят 20 тысяч рублей, колечко стоит 10 тысяч рублей. И есть у меня еще вот такое колечко. Тоже все, пожалуйста. Высота камней. Смотрите. Вот так. Камни не маленькие. Стоимость колец 10 тысяч рублей. Таких колец у меня тоже есть достаточное количество. Можно выбрать и подобрать под эти серьги, если будет нужно. Ну что? Всего вам самого-самого доброго. Будьте здоровы. С вами была Татьяна.